Повышенная сейсмическая активность в нашем регионе отмечается на юго-востоке республики, то есть в районе Альметьевска, Лениногорска, Бугульмы. Подземные толчки в Татарстане фиксируются с 1982 года. Хотя мы этого и не замечаем, но в год происходит до 100 толчков от 1 до 1,5 баллов. Связано это с добычей нефти, когда подземные пустоты заполняют водой. В 2008 году магнитуда подземных толчков в Альметьевске достигла 5 баллов. Жертв и разрушений не было. Еще в советское время было проведено изучение сейсмической активности территории СССР, и по карте сейсмической активности Республика Татарстан относится к зонам, где возможны землетрясения силой 6 баллов. Поэтому строить мы должны с учетом 7 баллов. 1 балл добавляем на сыпучие грунты, которые у нас имеются. Согласно строительным нормам, сейсмичность нашего региона оценивается в 5 баллов. И поэтому дополнительные нормы безопасности в проектировании домов и зданий не учитываются. Город просто не попадает под опасную зону для строительства. При проектировании зданий мы рассчитываем прочность, устойчивость здания, собственные колебания, прогрессирующие разрушения и другие негативные факторы. Что касается наших зданий, они рассчитаны выдерживать все эти воздействия. На Бережных Челнах последнее землетрясение произошло 15 лет назад, силой примерно 2,5-3 балла. Разрушительных последствий оно не имело. Единственное, подобные колебания могут вызвать трещины в ветхих зданиях. Айгуль Нургалиева, Альберт Шафигуллин для программы «Новости».